Пластырь на спине, погляди. Да? Ребят, всем приветики. Погляди. Точно. Это, блин, вчера это... Ой, когда вчера. Сегодня приехали, купили, в общем, пластырь этот суперский, лидокаиновый там. Ага. Ну, Катя, ручку он клеить наклеил, и себе на шею наклеил. Улеглись с ней, и раз такой, раз, нету. Искал, щупал, так и не нашел. Думаю, ну ладно, фиг с ним, отвалился. На койке посмотрел, нету. Видать, Катя? Она, на рубахе висит. Я говорю, как, зубами? Пускай будет, ага, может так надо. Всем привет, приветики, ребята. Светочка, приветики. Фирочка зашла, смотрю, привет, приветики. Мариночка, приветики. Надюха, привет. Как дела, как настроение у всех? Ага, приветики, приветики, как дела? Тут хорошо, ребят. Я спала. Мы только, да, мы приехали, поспали. Это, есть захотелось, караул. Я сейчас погрею тебе, и ты будешь что-то? Хочу клубничку, да, буду с чем-то, наверное. Что ты выдумываешь, какую клубничку тебе? А то с дверью вот туда кинули. Хорошо сидели, вот нормально общались, нет. Так, физкульт, привет, Любовь. Привет, Ирочка, привет, приветики. Ага, приветики. Конфетики, здрасте, Людмила, приветики. Алексей, приветики, обнимашки. Привет, дорогие, добрый вечер. Ага, как ваши дела? Хорошо. Здравствуйте, вы как? Расскажи, жизнь? Как мы сегодня? Хорошо, Танечка. Привет, это Ромки и Лиски. Привет, приветики, Ромка и Лиска. Добрый вечер. Ага. Мы сегодня поехали, хотели переобуться. Колеса запихали. Вот так и лежат они, в общем, в машине. В автосервис, куда ни заедешь, везде 4-5 машин. А запись, да, пятницы. Ага, я говорю, это... У вас, говорю, запись или подождать? Он, подожди до среды. Ездили, вернулись обратно. Еще это глушак орет. Блин, караул какой. В общем, не одно, так другое. Глушак сюда пятого. Приветики из города Шахты. Здрасте, дай бог здоровья, крепкий, низкий поклон, молодцы. Как дела? Хорошо. Ленка банда, здорово. Говоришь, почему Лена не приезжает? Лена завтра приедет. Какая замечательная папка у холодильника. Блин, вы же эфиры смотрите, вот смотрю, старые подписчики спрашивают, вы знаете, что Лена работает в институте, у нее свои там запреты какие-то, тюрьма, матуха, да, что у них там, не выпускают их. Ну, должны уже все знать, почему Лена не приезжает, я обосралась, не знаю. Ой, простите, какая у вас замечательная палочка у холодильника. Палочка. А, мужские руки делали. Не черт вы. У вас новая полочка на заднем плане. Да, да, да. А цветочки какие клевые. На-на-на-на-на. Это я придумал полочку. Сюда сделал. Все культурно здесь теперь так. Вот Катя раскидала, вот сейчас уберу. Ага, помады, видали? Целый строй, чтобы все было рядышком. Все под рукой. Мази, шмази, всякие брызгалки, духарики, ухо почесать. Все. Красота. И мазь там живет, смотрите, на холодильнике. Я ей сделал дырку. Дырка туда идет в комнату, в темную, так, в светлую, где ремонт сделали. Там полка огромная. На ней всякие Катины штучки, там урологические вещи. Она туда-туда, там по батарее, шифонер и форточку вообще в пристройку ходит. Тоже. Ага. Ну, не знаю, она еще... Не, я ее там не видал, она один раз прошлась. И это... Боится еще, наверное. Да, а что, вот они сидят, два архаровца. Какая замечательная полочка. Так, у вас новая полочка. Ага. Приветики. Добрый вечер, Костя и Катя. Замечательного вечера. Спасибо. Тоже большой приветик, Ленка банда, передавайте. Низкий поклон из Владикавказа. Спасибо, приветики. Привет, грибочки. Приветики. О, пятушки. Привет вам с Казахстана. Добрый вечер. А мне сегодня сосед поминал колеса. Ура, а то гололед уже сегодня. Молодец. Сосед молодец, да. Спасибо. Мы тоже сами решили все сделать, ага. Все сами поменяем, и глушак и сам откручу, и сам прикручу, нафиг, куда-то ездить там неделю будешь. А он так ревет, а ты его голова уже болит. Да, я заказал на Озон, в общем. Я на Озон заказал, сегодня в магазине спросил там на 1000 дороже, нафиг надо. А еще это за ремонт, за установку тоже отдай. В общем, завтра сам все это. Катю с собой возьму, посажу ее, чтоб, пускай помёрзнет, ага. Добрый вечер, добрый вечерок, дорогие Катюха, приветики.
Привет, отличница. Очень уютно у вас. Спасибо. Добрый срок, Людмила. Спасибо и вам. Ага. Вечер добрый. Привет, дорогие любимки. Как хорошо, что попал в эфир. Я, ребятки, никак не могу после операции поправиться. Каждый день откачивают жидкость, и температура держится. А мы вам пожелаем здоровья, Светочка. Дай бог и пойти на поправочку. Ой, нам сейчас Анушка что писала, Катя, ты караул-то, это, я тебе... А что ты читаешь потом? В общем, она это, она тоже болеет, дочка болеет, муж это, болеет, у кого рак, у кого РФ, там караул. Я ей писал тоже записочки в эти, в Дивеево, да, и она сейчас это... Она после операции это сбили на пешеходе, там все у ней сломано, все в щепке. И руки, ноги, голова пробита. Ага. И руку ей должны протез были ставить за 2 миллиона. Ага. И доктор говорит, ты хотя бы что-то делал, чтобы рука разрабатывалась, туда же протез не положит, не поможет. Угу. И вот я писал тоже эти записочки о Богородице туда, в Дивеево. Она говорит, я молился. Пошла сегодня в больницу, говорит, у меня рука заработала. Вообще, она плачет, там эти смски мне, эти голосовые присылают. Ага. Муж чудо, правда, да? Ага. Я говорю, вот ты бы. А мы о ней говорили, когда по этой. Как ее называют? По канавке Богородицы шли, да. Она давно с нами, она наш 50-тысячный или 50-тысячный подписчик. Ага. Давным-давно он, это, 2022 или 2021 года. О, чудо чудное, дай бог. Привет, здравствуйте, такие молодцы. Привет, приветики. Так, добрый вечер, Костя, Катя, у меня сегодня день варенья. О, добрый как день. Хорошо, сейчас бы к вам на день рождения. Угу, да. Мы поздравляем. Это, знать бы еще, как у вас свадьба, блин, вообще ты бы салют бы прям пустил бы, да. Кусочек торта бы съел, два. Так, привет, приветики, хорошо, Лена, дождь только залил. Так, привет, вы большой молодец, дай бог всем таких мужчин рядом на всю жизнь. Дай бог, да. Я вчера наварила супчик вашим грибочками, а мне нельзя. Но муж сказал вкусно, спасибо. Ага, на здоровье, Лен. Я не знаю, мне тоже хочется что-нибудь сделать. Вот он стоит, запах такой, да, клёво вообще. Я тоже люблю, когда грибной варится. Пахнет на всю кухню. Я сегодня ела макароны с грибами и с рыбой. Фунчоза с горбушей, с лососем, да. Ага, мне кажется, там горбуша была. Было вкусно. Ага. И это, как ее? Что ты мясо достал? Мясо достал, сейчас что-нибудь буду готовить. Мы сегодня поехали в Густино, ну, надо было что-нибудь поесть, купить туда-сюда. Голодный есть, а вот поехали скорее в кафешку, это, туда-сюда заказали поесть. И стоять, это... пока ехали голодные. Он наговорил. Только сразу фантазия у меня открывается. Сразу, да. Вот прям в глазах стою, кручу, верчу, там, мясо жарю, там на лепешку лаваш складываю, все поливаю. Я говорю, Костя, стой, ты еще голодный. Как вы поели, он как, что-то уже не очень хочется. Да, что-то я говорю, лишнего наговорил. Даже ничего не покупали. Пошли, это, сливки купили, что там еще. Хлеба. И хлеб, да. Так, привет, я вчера... Так, привет, поздравляю с днем рождения. Угу. В общем, это, мяско достал, сейчас буду что-нибудь делать. Думаю, сейчас в казанке лук, морковь обжарю, мяско обжарю, туда картошечку и водичку и затушу. В общем, тушеную сделаю такую вкуснятину. Угу. У нас сегодня хорошо было, солнечный целый день. И у нас, Ленка, так аж тепленько было, да, ехали-то. Спасибо вам большое, дай бог здоровья. Добрый вечер, родные мои. Сердечки, привет, привет, Танюш, привет, привет, добрый вечер, Катюша, добрый вечер, дорогие Катюша, Костя. Катюша, Костя, хорошего вам вечера. Спасибо, спасибо, ребят, взаимно. Привет, Костя, Катя, приветики. Простите, сегодня я не очень веселый, шею у меня опять где продуло, не знаю. Где-то успела, в общем, заболела, караул. Угу. Обратно приехали, все, Костя падал. Угу. Добрый вечерок. Вам, Катерина, кстати, доброго здоровья. Большой привет к вам из Бугульмы, Татарстан. Татарстан, привет, Иринка, отдельного перелетел. Катюшечки, цветы. Еще живы. Катюшины цветы. Ой, там все. Вот они на мосту в холодочке стоят, я ее затаскиваю по очереди. Букетики, да, они красивенькие, хорошенькие. Тетя Оля еще букет стоит, желтый, помните? Один стоит. Три вот этих. Три этих. А, который ты сама... Вот стоит. Угу.
Костя, сколько стоит снять квартиру в Дивеи? Я не знаю. Костя, низкий вам честно, поклон. Я не помню. Спасибо. Сегодня у меня второй половинки день рождения. Мы вас поздравляем. С днем рождения, мы же не знаем. Запах огонь на всю кухню. Грибочки. Надо тоже доставать, Катя. Да, да, можешь еще картоху грибов зафигачить. Вот и хотел. И еще сливки туда подлить. О, вот вообще. О, вот фунчоза грибная мясная. И чесночку еще добавить. Добрый вечер, добрый вечер, грибочки. Большой привет, Ярцева. Здоровья, успешно переобуться и побольше позитива. Спасибо. Да, все, сами наладим. Какие молодцы. Угу. Привет, приветики, конфетики. Из Дагестана приветики. Привет, привет. Добрый вечер. Какие ощущения после Дивеева? Привет. Воспоминания еще такие, ну приятно все. Хорошо. Татьяне Дивеева, привет. Коле тоже привет. Коле, привет. Там светло, чисто, душа наполняется добром, теплом. Да, там маленько все по-другому, ребята. В святых местах все по-другому. Домой уже приезжаешь, все не так маленько. Так, из Чуваши огромный вам привет. Спасибо. Обожаю, вы такие классные. Костя, Катюша, приветики. Я с Тошки готовлю. Катюша, красотка. Молодец. Я сейчас встал вот эту чабату разрезал пополам, потом еще вдоль паштетом вот этим вкусным намазал. Вот это. Вкуснятин Людмила принесла нам. Ты не мазала еще, да. Нет ручек, нет конфетки. И с чаем. Знаешь, глядь, будь готовишь, Костя. Мы ночью только кушаем, и днем спим. Привет, приветики. Из Истры. От Иры и Насти. Привет, приветики. Ира, Настя, привет. Ночь, конечно, а когда же еще? Ночью все время есть, а холод. А я все чаще замечаю. Ты зачем так делаешь, чтобы я как будто кто-то подменил. Костя, у нас вон что есть же. Ой, у нас посылочки есть, распаковочки сейчас будет, ребятки. Привет из солнечной Мордовии. Приветики. Так, спасибо, Костя, за записочку. У меня два брата там. Один 2 недели нет связи, второй в отпуск приехал. Низкий поклон. И пусть Бог услышит вашу молитву. Дай Бог. Это ваша вера, ребята, помогает. Дай Бог. Приветики из Уфы. Здоровья вам и счастья, дорогие. Спасибо. И всем много добра желаем. И любви много желаем. Костя, Катя, привет вам с Рязани. Как я рада, что вы посетили такие светлые места. И спасибо большое, что нас просветили. Дай бог. Ага. Летом ход уже, в сентябре мы планируем. Ой, там будут, говорят, очень красиво. Но там народу, ну ничего, потихоньку. Так, Костя, Катюша, добрый вечер. Первый раз попал на эфир. Здоровья, всех благ вам, Катюша, очаровашка. Спасибо, Светочка, спасибочки. В гости к вам никто не приедет? Да. Банда приезжала, а уж все, остальные забыли, никто не ездит. Да. Ага. Добрый вечер, хорошее настроение, здоровье. Они забыли, у всех вообще-то дела. Выходной. Дела у всех. Договариваю, у всех вообще-то выходной. Отдыхают люди вообще-то. Отдыхают в деревне, возле костра, казана, возле баньки. Вот это отдых. Лежа на диване, это не отдыхают, это тебе болячки наживает. Так, смотрю вас на протяжении 3 лет, дай Бог здоровья и понимания. Спасибочки. Костя, с тобой только с кофе и вкусняшками нужно вас смотреть. Да, я вот уже жду. Я уже Танюху забыл, когда кофе вкусно пахло. Тут я уже не знаю, когда я пил уже. Вчера вечером, наверное. Кафе сегодня. Ой, точно. От манушки. С пирожным. С медовым-то? О, да. Вкусно было. Сначала перед макаронами он съел кофе с пирожным, а потом макароны. Конечно, если бы мне принесли кофе, это я бы макароны ел, кофе бы остыл, я бы его уже не стал пить. Ага, я люблю кипяточек, вкуснятина. Вчера Машка с Лёшкой приходили, посидели. Это Людмила, рыба, овощи. Вяленые, да, вот эти рыбки. Мы их почти все разобрали, съели. Ага. Машка говорит, я чищу, ничего нет, а мы тут поддаем. Ага. Хорошо, мы посидели, в общем. Привет, дорогие. Катюха, приветики. Привет, здрасте. Кто там, здрасте? Дианочка, привет. Давайте распаковочку. Как сейчас, приветики. Я теперь тоже хочу личного Дивеева. Надо, ребят, там хорошо. Приветики мои. Асечка, привет. Мишки, привет. Обняли, целовали. Костя, Катя, приветики. Вам из Тулы. Приветики. Приветики, тульские пряники. Здрасте вам. Привет. Теперь тоже хочу. Мы не забыли. Нет. Приветики из Калуги. Всем хорошего вечера.
Привет, с Ханты-Мансийска, Тарном Ногрова. Вот, всего самого-самого вот доброго и лучшего. Вот тю-тю-тю-тю-тю. Приветики. Сейчас мы будем разбирать. Ага, давайте точно. Оп. Оп. Ой, какая тяжелая. Опа. Посмотрим, что тут. Так. Ой. Ханты-Мансийская. Ну, Катя, ты что-то умеешь. Я это никак не прочитаю, Ханты. Очень красивый девяй, спасибо вам за такую красоту. Но от нас почти 1000 километров. Он очень захотел посетить такие святые места. Вот я говорю, там Татьяна рассказывала, это девчонка лежачая, ей приснился Серафим, сказал, приезжай, она родители, а родители, куда ты лежачая, куда мы тебя повезем? Вообще издалека, откуда-то караул, в общем, да, и она выздоровела, привезли они ее туда. Привет, приветики. Ой, какой ты молодец, Костя. Так, купили в холодной воде. Ого, молодец, ага. Мне так хотелось это. Вот прям желание огроменное там было искупаться. И прям, ну, первый раз не смог, второй раз один раз только, ага. Ага. Ну, а чё, я весь хондрозный, да, ну, один раз смог. А тут у нас не смог, а тут там смог. Хорошо, все равно. Хорошо так хоть. Добрый вечер из Челябинска. Спасибо большое за идею. Очень понравилась красота и умиротворение. Спасибо, привет, Гриб, очень хороший вечер. Взаимно. Спасу нет, как вкусно. Спасу нет, да. Караул. Как, так, ура. Мой приветик долетел. Обнимашки, да, целовашки. Угу, Светик. Сегодня рабочая суббота, так что все работали. А, вот и что. Это мы бездельники, правильно. А я еще не говорил на людей. Так, ртан. Так, приветики. У нас посылочка от Анны Владимировны. Ага. И Санкт-Мансийск, автономный округ, Сургутский. Сургутский, Нефтекамск. Так, давайте распаковочку. Ага, ждем. Вы хитренькие, вы ждете, как будто это вам распаковочка пришла. Ага. Все золотушечки, Катечки, а я Катюха. А, ты Катюха. Привет, Ноябрьска, хорошего вечера. Привет, приветик, привет, Костя, Катя. Добрый вечер, любимые грибочки. Катюша стала выглядеть лучше, здоровье ей огромное. После поездки стала моложе. Костя, спасибо тебе за все. От мужа огромный я привет. Будьте здоровы. Любим вас. Спасибо, мальчик. Она это уже в Дивеево. Она видео снимает, куда я такая молоденькая, мне кажется, стала. Ага. Это. Ну, когда я говорю, домой уже приезжаешь, вот это, то есть опять сил нету или что-то. Я говорю, не знаю, что. Надо больше, в общем, путешествий ездить, куда-то выбираться. Ну куда? Уа, вижу теплые носочки. Оливарюшки не знаю. Там та ра 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 ра. Вау. Это тебе, Костя. Белые медведи на велосипеде. Это тебе, я думаю. Угу. Тепленький, как я. Это Костенький, конечно. Такие огромные. Компьютер у них буду сидеть. Ой, как хорошо прилег я. Стой, не усни. Так, а это что такое? Мочалочка поролоновая, мочалочка Шахтер. Жесткая, тут мужик шахтерный сон. Да, мужская. У тебя варежка есть, не переживай. Это не тебе. Так, что-то тут. Ой, что-то тяжелое. Так, это оставим на потом поглядеть. Интригу, так сказать, сохранить. Так, а это что такое? Штаны, я думаю. Штанишки. Это Катеньки. Это Катеньки с начесом. Они тяжелые, я прям чую. Смотрите, начес какой. А, как Мишка Северная. Ой, клево вообще, да? С резинками, хорошенькие штанки. Мы такие любим, да, Костя? Катя, зиму ты будешь теперь тепленько одета. Ва, хорошие Никулинки. Их раз под штаны, вообще тепленько будет. Спасибочки, золотая, спасибо. Вот это добрая вещь. Красивая. Ага. Все будет тепленько у тебя везде. Так. Вау. Кофе. Катя раньше всегда говорила, если в доме есть одна баночка запасная кофеечка, дом будет все хорошо. Все будет хорошо. Так что всегда запасик должен быть. Кофеечка. И кофеечку же конфетки, конечно же, обязательно. Ну-ка, Надь, погляди. Джаз. Попробуй, даешь? Балдеж.
Встаешь, балбес? Давай чай купить. Давай, моя, погрей сначала его. Я буду вот балбеж. Будешь балдеж. Ты сначала поесть у меня что-нибудь будешь, потом сладости. Нет, давай сначала балдеж. Нет, балдеж нет. Да, ты-то ел сначала балдеж, а потом... Нет. Я ел сразу бутербродик с паштетиком. Я тебе нет, тоже намажу а сейчас. А в кафе-то как было? А могу с колбасой и сыром делать. Стоять, а в кафе-то как было? Это очень был голодный я. Печенье кременкульское. Знакоменькое такое. Вкусное, что печенье не помню. Ну, ел я такое. А это что такое? Лондон Пари. 60 конвертов по 2 грамма. 8 видов чая. А, это чай. Да, чай всякий разный. Давай попробуем новый. Я не могу. Я ничего не достану. Я говорю, давай попробуем. Да нет. Лондон Пари. Это какой-нибудь новенький, хорошенький, наверное. Наверное, давай. Давай? Давай. Откроем, будем поглядеть. Как вот я откажу? Ага. А что потом скажут, обделил. Не дают. Чай черный барховый, мелколистовой индийский гранулированный. Вот его и попробуем синенькой. Да, синий. Мелколистовой. О, тут все россыпью. Листочек. Угу. Вот он. Да, да. А тут два вида синих чая. Не знаю. Чай черный, мелколистовый индийский рунин со вкусом и ароматом лесных ягод. А, это с ягодками. Так, с ягодками. Так, чай черный гранулиновый, лондон клуб. Вот этот. Все. Или ты хочешь сладостный какой-то? Мне просто не надели, а вот тут серенький. Давай еще посмотрим. Гранулиновый тоже какой-то лондон клуб. Крепкий. Крепкий? Занимает почетное место среди самых покупаемых чайных купажей. Пукажей. Давай вот этот черненький, давай. Давай попробуем. Давай. Убираем. У нас чай много. Так, выбор пал, ребята, на черный чай. Купажей какие-то. Первое место занимается. Закрываем. Кость, у меня тоже носки, я думаю, новые. Пахнет хорошо, понюхай по-старинному. Угу, с вкусным чаем пахнет. Да, пахнет приятно. Вау, у нас вот, женские, это Катюхи. Верблюжев шерсть. Хорошенькие какие, солярки пахнут. Вкусные. Так, это, наверное, мне, это Кате. Весна хороша, термоноски, верблюжья шерсть. Вон как, термо. Термо, как термос. Вау. Молочный крем, шоколад, молочно. Mm-hmm. Попробуем. Рич, квадрат, шпарки, жгут. Рич спорт. Так, ребята, продолжаем распаковочку. Фантик от носков бордовичных к носочкам складываем. Все, на зиму мы в носках. Мне в скобке подходит, я думаю. А что, девочки, на какой маленькой? Мне Катеньки. Кофта подходит? А, вот да. Все, подходит. Да-да-да. Полотенчика, что ли? Да. Так, можно далеко не убирать, оставляем сразу вот сюда. Да. Вот, все. Все, по это чей любимый, отгадайте. Катенькин, конечно же. Оп, какие-то то пятишечки. Ну, вот... Какие-то новенькие. Ну вот так бывает, сядем с ней и всю коробочку за раз съедаем. Ага. Ой, еще носочки. Спасибо, Анушка. Носоков сколько у нас тепленьких теперь. Ура! Ты что говорил, ну? Коробочка тофики зеленые. Ну это семейная серия. Семейная серия написана. Еще пятенечко. Угу. Вот какой нарядный. Нарядный какой, с смотрите. Вышитый, что ли, как будто. Выбитый кого-то. Красивый, да. Спрятать надо. Зачем? Лимонный мусс. Вот наверное, вкусный. Квадратиш практиш. Вот эти все маленькие шоколадки вообще вкуснейшие. Да, цикорий. Вот это место какое-то. Буду пить, буду пробовать. Ага. Не обещаю, но попробую. Если что, Катенька. О, еще носоки. Пакетики завалялись. У нас сколько теплых носков. Так, сейчас это, ну я по-честному скажу. Ага. К нам же приходят друзья.
И сразу, Костя, дай-ка я погляжу, что у тебя в комоде лежит. После баньки, да, все в моих местах. После баньки я в Костю готовлю. Орео! Чу-чу-чу-чу-чу! Печеньки, да? Блин, они такие вкусные, ага. А пальчик мне, пальчик тебе. Ну ладно. Вау! Что это за прелесть? Нижнятина какая, караул. Угу. Тоже носочки, да? Ага. Это варежка мне подходит. Варежка подходит. Да, Татьяна, купил мне варежки. Байвей. Норка носки, норка! А я говорю, что-то не могу с чем-то сравнить. Мягенькие какие. Нижнятина. Ага. Так, что тут еще? Вау! О, с Бельги... С бельгийским белым шоколадом, клюкой и черникой. Печеньки, как овсяное печенье. Моя-то. Поняли, да? Че не возьму я, Кать? Давай попробуем. Ой, запах понюхай. Скорее, моя хорошая. Все, оставляю тебе вот эту еду. Если не доешь, не переживай, я с ним. Опа, и здесь еще что-то есть, ребятки. Здесь что-то есть еще. Вау, я понял, это косметичка. Новенькая. Если я не ошибаюсь. Ага, раз, два, три. Новенькая, новенькая. Ага. Новенькая косметичка. А то в этот раз поехали. Блестяще. А расческа в косметичку не влезла. Ага, маленькая не влезла. А в это влезет. В это, да, будет лежать уже где-нибудь. Это седьмая уже, наверное. Так, ребята. Там-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Это то, что было на потом. Открываю. О, пакеты. Много пакетов с пятерочки, наверное. Ура, ура. Ага. Мы это... такие любим. Да, такая вещь. Дом, в котором живет любовь. Семья Грибковых. Обалдеть! Офигеть! Одуреть! Вот, специально нам сделали грибочком. Смотрите. Вот туда фотографию надо вставить. А, да, еще фотку можно, что ли, вставить. Это ключи вешать. Ну, в общем, ключница такая. Надо искать место, куда повесить. Вот прям при входе, вот тут. Может, мы ей почетное место и будет там не ключница, а игрушки мягкие висеть, допустим. Как красиво, да? Нет, это для полотенчиков. Дом, в котором живет любовь. Фарнушка, спасибо. Ну, ты заморочилась, красиво сделала. Индивидуальная у нас теперь. Понял, какая красота? Ага, да, сюда фотка, здесь все открывается. Культурненько. Фотография. Блин, вообще круто. Вот тут где-то надо сделать. Ага. Сюда надо ламинировать сразу. Фотку заламинировал, ставил, и она там навсегда будет. Смотри, а сюда полотенчики вешать. На кухне это надо поменять. Ну, крутяк. Да. Вот тут где. Может, прям вот сюда вот зафигачить. Вот сюда вот прям на стену. Нет, на кухню. Нет, вот сюда вот можно. Вообще круто, это круто. Это я тебя на ручках держу. Да, на ручках, Катя, вот с хвостиком. Хвостик. Да? Красота. Очень красиво, да? Еще полотенчика. Вот это для полотенчика туда вешать. Вон он, вешать. Где? А, узелочек вот этот вот. Да, и туда повесить. Ну, это, ты знаешь, это... Да, кто ни хрена не делает на кухне, они вот полотенчики ровно вешают. Мы психи-то бросаем сегодня. А эти крючочки нафиг они нужны. Так, давайте. Спасибочки. Спасибо, спасибо, солнце. Спасибо, спасибочки. Огромные за подарочки. Срочно выключать надо эфир. Тут много сладостей у нас. Зубы чешутся уже. Привет, привет к вам из Эмиты, Латвия. Катюша, доброго здоровья. Спасибо, ребята. Расскажите. Так, расскажите про Катю, что с ней, как давно. Привет, приветики. Дианочка, Катя болеет рассеянный склероз, 25 лет диагноз, да. Вместе мы с ней 21 год. Вот, все хорошо. Дай бог, Катюша наша выздоравливает. Дай бог. Добрый вечер, доброй ночи. Так, вам на будущее. На будущее добрый. Костя, чем ты слышал, когда я тебе писал, что сегодня рабочий день? Вообще не слушал.
да, да. Вася, у меня некоторые моменты в одну ухо вылетают, в другое вылетают. Да, да, это он так бывает. Он прочитает, а потом говорит, я что-то прочитал, что не понял, что прочитал. Ну, бывает так, уйдешь в себя, еще вот так бывает, ага. Уйду в себя, вернусь не скоро. А вам никто не приехал в выходные, как-никак, ага. На шее их сразу будет здоровой. Кого на шее? А, носочки вот эти, да, беленькие, да? Да? Ага. Красота. Доброе времени суток. Добрый. Здрасте, как ваши дела? Катя, как отдохнули? Хорошо, ребят. Катя, подожди, моя очень горячая шея. Да. Ну что, сухомятку будешь жевать. Угу. Приветики. Кто любит женские мочалки, то это сам жесткое. Долго не рвется и жесткий супер. Так и называется, шахтерская, да? Угу. Она очень такая мягенькая, она, мне кажется. Угу. Так, такой деловой сначала кофе, потом макароны. Да-да-да. Так есть-то хотел. Я говорю, вот, что вот вы начните есть салатик, первый, второй, и компот, что обратно компот, второй, первый, салатик. Ну, все равно же все живое, да, перемешается. Наслаждайтесь, принесли кофе сразу горяченький. Вы будете тут съели вкусный этот тортик. Ага, посидели маленько, хоп, принесли макарошки уже. О, обед. Раз. Все красота. Нафиг что-то там перемешь. Кто-то спрашивает, кофе сразу? Он говорит, сразу. А на раз кофе, значит, и пирожное. Не, ну все равно, когда ты в кафе, ты поел даже второе, и потом начинаешь кофе пить и торт. Так тоже же неправильно, правильно? После обеда надо 20 минут подождать, чтобы съесть сладость, вкусность и чай попить. Чтобы пока еда там вот это. А то ты сразу торт закидал, там у тебя и суп, и торт. И вообще вот так. Я вот Катю всегда ругаю. Она поест и сразу, дай мне конфет. 5 штук. Ну, дай мне конфеты. Я ее ругаю. Я посиди говорю. Чуть-чуть, Кать. Стоять. 20 минут животик пусть от супу порадуется. Так, же. Никакие 5 конфет я у тебя не прошу. 5. Одну. Ну. Одну. Одну. Три. Ну вот уже ближе к правде. Я сначала покушать. Так обрадовалась, что на эфир попал, что чуть рис не сожгла. Чую, говорит, картохой жареной пахнет, а я ведь ее вариться ставила. Приветики, привет, добрый вечер. Кто-то нам рассказывал, как рис-то готовить. Кто нам говорил? Машка. А, Машка. Говорит, надо... Приготовить она хотела. Надо рис, это, масло растительное закидать, перемешать и жарить его, жарить, пока он хрустикать не станет. Ага, и вот потом он, говорит, будет рассыпчатый и липнуть не будет. Где-то Машка... Она, в общем, будет в воскресенье делать. Там дети приедут, мы пойдем к ней на ужин. Наверное. Угу. Дай понюхаю. Чайком пахнет. Угу. Так, а Катя кто по профессии? Я нянечкой работала в садике. А потом, когда завод закрыли и садик закрыли, я работала барменом. Ой, говорит, у меня много профессий-то. Консьерж, лифтер, охранник, сторож. Здравствуй, спасибо тебе, Костя, я тоже в коляске сижу. Дай Бог здоровиться. Здоровья. Дай Бог, ребят. Катюшка красавица, ага. Так, нянечка была в детском саду. Нянечка и барменом Катя работала в это. В кафешках разливала там всякие дела. И воду, лимонады. Спасибо, глаза добрые у нее. Ага. Да, и она, знаете, как ее детишки все любят. Привет, привет. И кошечки, и собачки. Где-нибудь на улице только на минутку отвернешься, уже это кошки сидят на ней, собаки рядом облизывают. Это так. Привет, с 5-го раза зашла, пипец. Я тоже тофи сейчас ела, люблю их. Ага. Ребят, все подписывайтесь на Дзен-канал. У нас есть Дзен-канал, или как называется. Ну, в общем, на Дзен. В шапке профиля есть ссылочка. Ждем вас там. Вот. Большая просьба ко всем, кто нас любит. Это комментировать, что-нибудь писать, там, смайлики, вот эти дела. Ага, это очень надо. Ну, будет в ней так. Вау, красота. Очень красиво. Там же есть для фото пленка. Там же? Не заметил, простите. Ну, разберусь, а поглядим. Угу. Поглядим. Да, точно, точно, есть пленка. Точно, точно. Ага. Точно, ребята. Вон она. Вон, ни хрена через нее видно не будет, поэтому надо стеклышко какой-нибудь или что-нибудь такое. Ну, красиво очень. Так, думаю. Скажи. Да. Это грибочки, ну, вешалка. Так, привет, грибочки, я с вами в эфире, люблю вас безумно, огромный приветик вам, целуашки, обнимашки. Спасибо, спасибо, Лили. Так, приветики, дорогие мои, приветики, конфетики.
Добрый вечер, наш любимкий, добрый-добрый. Я желаю вам огромного здоровья, мои родные. Взаимно, взаимно. И мы, я всегда говорю, желаю в стране, что желаете вы мне. Дай Бог здоровиться. Ага. И рос такой букет вам. Вот, девочки, угощайтесь вкусняшками. Угу. Вкусняшка. Так, привет, Казахстан, как ваши дела? Все лучше и лучше, ага. Всем, так, все, хватит, я пойду сейчас на ночь кушать. А как же, Ты что? Обязательно надо какой-нибудь там это... Бешбармак там вкусный ваш, я бы сейчас бы прям я бы вот этот блюдо деревянное бы все съел бы, пока не лопнул бы. Приветики, сколько Кате лет, извините? Кате исполнилось 53 годика. Да. Тут это, день рождения прошло, там через некоторое время опять говорим, 52, я говорю. Костя, мне же уже 53, куда? Очень даже ничего, печенка. Очень даже вкусно. Угу. Сейчас Костенька перебивашку тебе сделает. Вот так, хоп. В мою красивую чашечку. А как же. Сегодня в кафешке. У Кати всегда это... Прежде чем она начинает пить, она обратку дает. Ага. А я это... Куртка-то новая. Снимать она не хочет, потому что холодина страшная. Я ей расстегиваю эти сюда, сюда, в общем, растопашку, салфетки тут ей ложу. Она такой чай ей даю, она бульк, и все на рукава. Катя, обновили. Я говорю, ну ладно, пойдем. Горячая. Во-во-во. Привычка, ну что, ребенку не запретишь. Угу. Привет, сколько Кате лет, ага. Добрый вечер, как дела, что кушать вкусненько. Иринка Могилев, привет, приветики, Золотушечка. Приветики. Мы вкусняшки, Иринка, нам пришла посылочка. Раз, паковочка. Вот, девочки, смотрите, что у нас тут всего полно всякой вкуснятины. Ага, и вот и наши это. Блин, куда поставить, буду хвастаться, кто не видел еще. Вот сюда. О. Семья грибочка, дом, в котором живет любовь. Это ключница такая, или ключница, во. Угу. Очень красивенькая. Радуемся мы теперь, в общем, вкусняшки едим. Ага. Так, привет, приветики. Так, мочалка жесткая, в бане попробуешь. Обязательно, обязательно. Ну, если честно признаться, я не люблю мыться. Угу. Я люблю париться. 5 раз зайду, вот париться прям жестко так это, с веником, с паром. Ну, мыться меня трудно заставить, ага. Ну, ругаю, заставляю. Да, приходится, ага. Поэтому это, если уже мыться, бегу, первый раз парюсь, чуть-чуть прям, ага, это, до 7-го пота. И потом быстренько сажусь на пол, моюсь, это еле-еле, и все. Ну, нет, иногда приходишь, говоришь, мочалкой терся. Терся, да, вот так-то, ну, знаешь, какая сила у меня это занимает. Я не люблю вообще. Париться люблю. А мыться нет. Привет, приветики. Тут это ездили в Дивеево, в квартире ванна. И она длинная, наверное, 1,80 м ванна такая, ну, это надежная. Прям я ложился. Раньше в доме не хватало. У нас была ванна. Я вырос, то бишь, всегда мылись в ванне. Это кипяток прям батя наливал, заставлял в кипяток залазить. Еще потом ляжешь, кипяток открываешь, терпишь, вот, чтоб пар, ничего не видно. И тут я в Дивеево улегся в ванну, кипяток еще и лежал. В общем, испарился, я там сварился, прям такой кайф. Ну, кайфанул давно. Я так обожаю это дело. Ну, вот я такой горячий парень, в общем, для ванны, для этих баней. Люблю. Ну, и есть, пить кипяток люблю. Наверное, температурный режим у меня такой. В общем, замечтал баню сделать, ой, ванну теперь сделать. На будущий год поставлю. Ага. И туалет, Катя, я кого, пускать никого туда не буду, да, только Катя. А в ванной буду сам лежать по будням, а в выходные бань ходить. Здравствуйте, Костя, Катя, большой привет из Мурманской области, обожаю вас, здоровья вам. Спасибо, спасибочки, Наталья, спасибо, взаимно. Приветики из Кыргызстана. Приветики, приветики всем. Там снимите пленку защитную, и все будет видно. Это защитно, чтобы не... спасибо, Анечка, спасибо, спасибо, все понял, услышал. Это от тебя посылочка? Да-да, мне сказали. Просто это, там... Может... Анна и Аня, это одно и то же, да, получается? Конечно, да. Караул, Костя, конечно, что-то. Аннушка и Анна, это одно и то же, а я не могу. Анечка, Костя, спасибо, спасибо, золотая, спасибо, все, понял, сейчас разберу про тебе, да, а то наговорил я тут, значит, лишнего.
Так. Хоп. Чуть матом не руганулся. Так, пробуем. Подожди, ну не снимай сейчас. Точно. Ну не снимай пока. Фотографию еще не вставил. Пленка, да, пленка, вон она. Видно? Вот видишь, пока ура! Не скажет, клево вообще. А, с двух сторон вообще будет прозрачно. Все, спасибо, спасибо, золотушка. Положи пока на место. Все. Сейчас я попозже сюда фотку вставлю. Найдем, я куда повесить. Ну, ты молодец. Надо придумать, какую. Это крутая штука, крутая. Наверное, придется заехать. Ну, это клево, это авторское, когда мне такие вещи нравятся. Очень, очень красиво, на да. Пылиночку сдуй. Все, аккуратно убираем. Очень красиво, спасибо. Скажи. На что не сготовим? Может, шею заварить? У нас еще есть этот капуста, вилок. Да, мы как и ручку-то лечим. Полегче хоть маленько. Капусты, медом там я смазываю ей. Сейчас все пластыри купили, лидокаиновые. Дорогущие, 1000 рублей там они это. Они вообще не чуются. Жгут хорошо, но не чуются. Как у вас снег? Был и нету, да, нет, он же быстро растаял. Хорошо. Костя, как диета? Кать, ну говорись, какая диета? Ты что, милочка моя? Это так было, для того, чтобы вас привлечь, ага, чтобы вы за себя посмотрели, да, покраснели маленько, хоть что-то начали делать. Ага. Да, как он? Красивый-то кто должен быть? Девочки. А нам-то мужикам пофигу, мы только да, глазками это... смотрим, вас глядим. Ага. Как глушака сделали? Как? Нет еще. Конечно, ребят. А только 5-го придет. Завтра пойду, друган сказал, снимай, я тебе все заварю, приварю, поставим, да. А новенький, если что, пусть еще полежит. Все сделаем завтра, сами колеса поменяем, эту поворотник, мигалку надо поменять. Старт... А, у нас еще машина не заводится. Теперь я, знаете, что делаю? И она гремит, знаете, ну, слыхали, да, как гремит? Мы у Шурмичной встали. В общем, она тут дома завелась, а потом уже нет, у друга встал, насчет глушака разговаривали. Опять он меня зовет, это, и роль какую-то играть там на день матерей, родителей, караул. И это чик, не заводится. Ну, втягивающий или что-то. А нам его чинили уже там в сервисе, когда мотор делали. Ага, и все. И там на отвертке залазишь. А он орёт. Глушака-то нету. И мы уже Шурмичной встали. А я уже полез туда. Это, Катю усадил. А парни стоят там, курят. За Шурмич. Наблюдают за мной. Я с этой отверткой туда полез. Бам! Как заорет она. Эх, машина у нас огонь. Добрый вечер, дорогие наши. У Кати такие щечки чуть-чуть стали. Прям хочется щипнуть, как девочка. Я так делаю, не только щечки. Привет. Умнички, не 53, еще тебе далеко. Хорошо выглядишь. Спасибо. Ну, это худенько, потому что... Точненько, говорит, я, потому что... Точненько, да. Добрый вечер, Костя и Катя из Гусю-Стального от Натальи Михаила. Добрый, ребята. Спасибо. Сухарики у батюшки Серафима набрали с собой из Дивеева. Нет, сухарики мы не брали, мы брали. Нам книжек дали, про иконок нет, дали, мы купили мы иконок, да, про свирочки, святой воды. Сухарики не брали. Ага. Вообще не видел, где там сухарики. Добрый вечер, вам здоровья. Костя, почему не отвечаешь, что у вас с погодой? Почему нет? Вы спросили, как снег, я сказал, что растаял. Почему не отвечаешь, что у нас? Вы что, думаете, грибы пойдут у нас, что ли? Нет. Помаду у Кати супер. Спасибо. Новенький намазал, новенький. Я тоже пью кипяток и купаюсь в кипятке. Да-да, Гать. Наверное, у нас такое строение организма. Угу. Что, Маня, тебе открыть? Скажи, тыкни пальчиком куда. Сейчас я тыкну. Давай попробуем печенье. Что там? Так. Я горячий парень для ванны, ну ты сказал. Да. Катя еще красивее стала, красотуля. Давай вот это с лимоном попробуем. Да, это от меня. Спасибо, спасибо, золотая, спасибочки. Вот это. Очень, да. Все, все, ужин пошел на смарт. Все, сладости начала. Ага. Я готовить не буду ничего. Не-не-не-не. Стоять, мы так не договаривались. Да я уже с тобой вот наелся вкусного, мне ничего не охота теперь готовить. Мне шея так болит, такая это... Ой, как я не люблю это дело, вообще караул. Погано так болит. Так, я тоже люблю, как Костя все горячее. Это, наверное, кто с 80-го все любит. Ага. Ну, у меня прабабушка такая была. А она с 902-го, наверное, года была. Вот, привет. Может, она прям самовар вот этот вар брала в стакан, вот так руками держала и шваркала. Ага. Может, прям... Дверь вашу деревянную повесить. И ключи можно вешать.
Нет, эта дверь страшная, как жить моя. Я ей говорил, давай покрасим, да? В серенький цвет, давай покрасим. Она уже вся грязная, черная, зашварканная. Пускай такая и будет, я делать ничего не буду, нет. Потому что, когда я что-то хочу делать, она говорит, давай не будет, давай потом. Ну, нехай цветет, все. Так, потом покроется плесенью, позеленеет. Привет, приветики. Я уломаю. Надо сейчас, я не поддаюсь. А куда ты деваешься-то? Ленок приедет. Да, ребят, завтра. Вот и, наверное, их купили. В купели, да. Чё в купели? Чё? Воду взяли из купели мы. Не скупили, Катя, а из источника. Что значит скупили? Так, привет, приветики. Порадовали Катю и Костю от души. Спасибо вам большое. Угу. Спасибо. У меня тоже были истории с отверткой. Как завела свою машину, и мужики офигели, которые рядом стояли. Такая история, мне кажется, у всех есть. У кого АвтоВАЗ, они все знают этот фокус. Привет, привет. Приятно вам чаепить. Спасибо. Эта машина стояла около шаурмишной. Костя пошел заводить, а я в шаурмишной сидела, пока он там заводил. А в шаурмишной стояли там инкассаторы, еще там народ. Я жду, интересно, они сейчас отпрыгнут. Реакция. От этого, от окошек-то. Там затем, как затрещит, я раз. Типа не я, да? Как будто это не мое, да? А как ты испугалась-то, когда я в машине-то? Она стреляет, ага. Привет, привет из Беларуси, приятного аппетита. Спасибо, спасибо, Катя, тебе приятно. Спасибо. Костя, извините, пожалуйста, за вопрос. Катенька пьет горячий чай или немножко охлажден? Только тепленький. Нет, я кипяток не могу. Только тепленький. Может, близко к горяченькому так чуть-чуть. А так теплый. Всегда разбавляю это водой из-под фильтра, если что. Или делаю чай заранее. Или подожди, да постоит он маленько, потом... Ну, всегда. Это я кипяток горячий. Ну, суп тоже вот дую всегда или тепленький. Очень мы ждем Лену. Ага, и с сырником, с творогом, чтобы да сразу... Да, мы ее ждем. Угу. Так, Катенька, у вас волосы так блестят. Это сало, мыть пора. Нет, цвет так падает, я думаю. Свет, а это краска? Катя, глазками красивыми посмотрит, у тебя Кость, ты растаешь. Да. Нет, я не поддаюсь. Да-да. Все, ты не хочешь чай уже, да? Так, не, надо готовить. Сейчас что-нибудь. Хочу картошку с мяском потушить такую, чтобы с водичкой было. Не, щи, ну что, воду хлебать опять это. Когда опять? А хочется картошку тушеную с водичкой. Ну, помнишь, такая вкусная. Ой, я сегодня так намечтал. Это мясо хотел я на шампурах поделать. Она говорит, он пока это... Может, завтра, ага. Может, завтра надо Лене сказать, чтобы мяско принесла. А, трошок, тогда картошку все равно сегодня. Стоять! Так, красотка, как всегда. Привет, 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 ребят. Светик, привет. Спасибо за ответ. Привет из Тамбова, я с вами уже давно. Привет, Надя, привет, приветики. Это хорошо. Так, вы все с нами уже давно, наверное. Да. Новеньких мало. Блестящий, да? А? Да, ну, жирные волосы уже. Да я куда хорошо поведу, там и будут да лежать. Жирная, ну что ты говоришь-то? Да, Кать, чего? Какой день недели? Какой-то. Мы уж в Дивеево 2 дня приехали, еще в Дивеево, перед Дивеевым делали. Или вообще перед днем рождения твоим? После мы еще. А, баню я тебя водил перед Дивеевым ровно за одну. А когда мы ездили? 29 числа. 28 я тебя мыл. 29, 30. 31 было? Посчитай сзади. Ну, первое, второе, третье. 5 дней уже. Караул. Ты что меня не моешь? Не блестит? Не блестит. Ты все время спишь, куда тебе мыть-то? Вы такие хорошие, здоровые, Катюша. Спасибо. Шею продула, Кость, что ли? Да, Анушка, опять. Где успеваете, я не знаю. А мне хватает маленько. Я же потею, я толстый. Я все время, если с улицы в помещение зашел, я сам потел сразу, ветерочек. Да, сразу. Хотя уже эту всегда бандажку с собой одеваю, ношу. Привет, грибочки. Я в машине оставил. Да, приветики, приветики. Костя, а может вам какой-то курс массажа на шее нельзя? Да ну, ребят, у меня вот нерв седалищный защемило. Сейчас вот маленько отпустило. Я уколов много проделал. Еще заставил меня купить пачку уколов. Молодец, Катенька. Диклофенак, витамин. Я сам себе колю. Молодец, Катенька. Молодец, молодец моя. Сейчас полегче маленько стало. Тоже думали, приедем на массаж. Пусть там договориться.
Да ну, это время, это нет, деньги, стоять, это надо вставать, туда ехать, договариваться, и это... Ну, на меня глядя. Ну, ладно бы Катя делала, я бы подождала, а будет мне делать, а она будет сидеть, я нет, так не люблю. На... Ради себя я не поеду. Нет, мы поедем, только сначала машину отремонтируем, поедем, я тебя заставлю. Нет, в общем, никогда. Ты что, обнаглел? Ну, гляди, соглашайся с Катенькой. Начинайте готовить, а мы будем смотреть с Катей, разговаривать. О, я да она стесняшка, знаете какая. Я только сейчас отойду, она начнет глазки прятать. Стесняется. Она всегда любит, когда я болтаю. Я говорю, Катя, я пойду в шурмичную зайдем, я тебя там поставлю. Там тепло. Она тем более там все знает. Я говорю, ты будешь стоять, а я пойду машину. Пока продукт все уберу, машину заведу, пускай она прогреет. Я с тобой. Я там буду, не знаю, стесняться, куда я там буду глядеть. Поняли? Поэтому она стесняется. Даже тут. Тут она со мной всегда смелая, веселая. Я уломаю его все равно. Начинайте. Так, привет, давно на вас не смотрели. Костя, Катя, хорошо стала разговаривать, умничка. Да, очень много. Спасибо, Юлечка. Это потому что вы есть. Мне кажется, я много так говорю, так клево вообще, да? Говори, говори, да не заговаривайся. Да, но много говорить тоже уставаю. Кетоналом поможешь. Ну, я не люблю, ребят, всякие мази. Заставляй не слушать мне ничего. И не буду. Какие вы классные. Привет из Твери. Мы вас очень любим. Вы самые лучшие. Спасибо, спасибочки. Привет, Настенька. Приветики. Привет, как у вас погодка? Похоже. У нас холодно. Холодно и сыро, ребят. Вот все дождь. Равно, хорошо, осень. Ну да, осень, да. Ну почему дождливый? Ход простой. Еще и сыро, и еще и ветер. Ну, ветер холодный сегодня. Не, снег у нас был. Вот утро я показывал. Он это в обед уже растаял. Снег, и все, и больше нет. Ну, был красивый, да, первый снег. Я утром встал за навеску. Караул, зима. Красота, чистота какая. Это мы с Дивеевой благодать привезли 100%. Да. Смотрю, Костя, слушай, Катю, она не... Катю, она суперская. Понял, да у меня уж так уж воображаю тут. Вы же знаете, да я тряпка такая половая, она мне командует. Так, привет, Катя, а вы любите читать книги? В основном, да. Ребят, я не могу читать, потому что у меня разбегается это. Координация нарушена. Я начинаю читать. Мне, ну, как сосредотачиваться очень тяжело. Неудобно. Я могу попросить, допустим, Марусю, и она мне что-нибудь рассказывает. Я стишки так учу с ней иногда. Я больше скажу. Сейчас мало кто читает книги. Все в телефонах. Все. Ну, от мала до велика. Читать, раньше такой. Читали. Раньше сколько книг было. У каждого дома библиотека была. Особенно эти романы пошли. Привет, привет. Катенька, печень трески вкусно. А что похоже? Никогда не пробовала. У нас очень дорого. Дорого и вкусно, да. Много не съешь. Она очень полезная. Ну, да, много я не могу ее съесть, но рассеянникам она полезна. Как паштетик. Нежный-нежный. Ну, в ней очень-очень-очень-очень-очень-очень много пользы. Есть звук. Привет-приветики. Так, простите. Да ничего страшного. Ну, я вот правду говорю, да, правда. Сейчас книги мало кто читает. Приветики из Беларуси. Сейчас даже газет нету. Да, раньше хоть газеты были. В туалет сядешь, читаешь какие-то... Они сейчас есть, просто никто внимания не обращает на них. Ну, в городе, да, еще по ящикам таскают. Что-то даже бесплатные. Кто-то выписывает, да. Книги, кто читает, тот умный, а сейчас таких мало. Сейчас все в телефоне. Сейчас скажут, ой, да мы электронные книги там читаем. Да, читают некоторые. Да хватит, успокойся, тоже начинаешь. Ага. Читают. Молодцы, кто читает, молодцы. Привет, Казани. Привет, привет, ребят. Я только слушать могу. У нас что, 2% зарядки-то? Все, целушки, обнимашки. Спасибо за подарки. Спасибочки большое. Раскомандовался. А что, давай. Читают, читают. Не, ну мало. Ну согласитесь, что мало, ребят. Как раньше читали. Сейчас, да вы что? Ну, раньше телефона не было, а сейчас телефон. Там интересно, там игры, видосики, смешно, что-то. Ну, ничего познавательного. У меня муж читает много книг, все они в туалете. Ну да, это хорошо. Так, привет, Костя, Катюша, вы хотели бы жить в городе? Мы там жили, ребятки, ага. Мы бы хотели там квартиру и прописку, чтобы в больницу ложиться, да, и гулять, ездить. А иногда. Жить нет. Мы переехали в деревню из города специально. Потому что в городе нет свежего воздуха. От слова совсем нету. Кто бы что ни придумал. Ну, маленько, но... Город я люблю, Владимир. Там хорошо, здорово, все клево. 8 лет назад мы переехали оттуда.
потому что у Кати было ухудшение. Ага. И ну, она прям задыхалась там. Вот хотите верьте, хотите нет, она водолазку не могла одеть. Она задыхалась прям до панической атаки, до ужаса. Ага. Здесь со свежим воздухом все прошло. В деревне маленькая жизнь другая, особенно для болящих. Это свежий воздух, тут вышел, тут даже не надо на улицу ходить, даже тут в доме стоп, свежий воздух. Стоп, даже когда ну, приступы бывают какие это, я Косте говорю, Костя, плохо, он меня сразу поднимает, неважно, ночь, день, утро, меня поднимает на коляску и сразу это, на крыльцо. Я замерзаю, прихожу в себя, все у меня хорошо. Нет, свежий воздух большую там роль сыграл. Нету. И потом, вот я сейчас запросто одеваю водолазки, вот все 8 лет, все, сразу отпустила вот это дело. Воздух свое дело делает. Ага. Ну, были упущены моменты, ребята. Где-то Катя угорела, подгорела, а это нельзя, вот эти, что жар самый страшный для рассеянного склероза. Так, привет, приветики. Надо было с ней всегда быть изначально, как говорится, с самого начала. А ну, что, работа, работа, хочешь. Жизнь хочется по-другому. Я работала, она ждала ну, дома. Что-то сама делала, конечно. С коляски ездила, с пультом, это, все убирала, готовила. Но всегда было, это как будто бы, говорит, Адана, в окошечко смотрю, жду, с работы придем, сходим, погуляем чуть-чуть, придем опять на работу. Ну, жизнь это такая. Купи такую коляску. Ага, купи ей такую коляску. Ага. Нет, все хорошо. Назад нельзя глядывать там. Ну все, ни о чем не жалеем. Ну, было бы можно было бы что-то исправить, но никто же не знает, как где соломки. Костя такой шутник, молодец. Ой, дурачкам легче живется, я такой. Раньше что туалетики не было, то газеты была. Сейчас, если не будет туалетки, все газеты пойдут. Да, да. Даже в городе бесплатных газет нет, одна реклама. Ну, о, да, Катенька. А раньше читали ведь газеты. Катя, когда маникюр, ну ля-ля-ля-ля, как раньше пора, читал. Пора, да, молодец, подписывалась. Кто раньше читал, тот и сейчас читает. Я от родителей много зависит. И учащиеся, и дети такие. Нет, ну не очень много от родителей зависит. Я тоже читал, и чего. Хотя я был везде этот, как его, не учился. Хулиган был, книг читал. Даже «Война и мир» я тут вот такую прочитал. «Хижина дядь Тома» там. А любовных романов, знаете, сколько перелистал? О, ну, я любил вот, вот это. Вот так. Чуть-чуть проэтываешь и ищешь, где вот самый момент-то. Она там, это шелковое платьишко слетело. И вот этот момент я любил искать, читать. Ага. Это точно, деревня хорошо, да, деревня воздух другой. Приветик, приветик. А здесь, да, тормозок берешь, конфетки, чаечек, в лес поехал, столик у нас с собой всегда. Лес, грибочки собираем, гуляем, свежий воздух, ну это красота. А мне... Грибочка, вам огромный привет от Вовочки, он вас в телеграме смотрит с удовольствием, прям, спасибо, спасибочки. Спасибо, Настя, Вовочки, приветики. Привет, друган. Почему вас называют грибочки? Потому что Грибков фамилия у меня. Добрый вечер. Я стала перечитывать книги, прочитала «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание». Конечно, большая разница в школе сейчас. Вспоминаю все по-другому. Ну, конечно, это совсем другие. Это. Потом я, допустим, раньше любила, ну, когда читаешь, клёво. Потом кино смотришь, но совсем не так. Кино и это... Может, кино сначала посмотреть, потом прочитать. Нет, я читала сначала. Интересный граф Монте-Кристо, да? Книжка, а в кино все по-другому. Угу. И вообще, сейчас сколько уже, да, на этот дело ну, переделывают. Сейчас на новый лад там переделывают. Я когда читала граф Монте-Кристо... Блин, я маленько вупная, оказывается. Хоть смотри, вот так я читала, там, когда смеялась, это... Ха-ха-ха, я... Я читала вечером на кровати, лежа, и вот так... И смотрю, какого хватало, и боюсь... Я трусиха, я сразу, у меня кажется, вот тут вот она где-то смеется. Фамилия не Грибкова, ага. Привет, мои хорошие, вас очень люблю. Спасибо, Ламочка, спасибо. Читаю в электричке, когда на работу еду. Вот, а я думаю, что в Москве ну, это, ну, значит, читают. Вы старого формата, точно вам говорю. Ага. Да, ну нет, Костя, есть же, кто читает и сейчас. Ну, старого формата. Да молодежь не читает, Катя, не да, спорь со мной. Знаешь, да я тебе говорю не точно, нет. Ну, пускай 5%, не больше молодежь. Так. Если только конспекты какие там, те, кто хочет учиться действительно и ЕГЭ сдать, они, может быть, читают что-то, но не-не-не-не-не-не. Еще за 50 лет, может, кто книжки читает, может, где газету ворует, смотрит там, ну, никак, не... все в телефоне, все в ТикТоке. Так, привет, приветики.
О, Роман, я в свое время прочитала море, не есть, не пить не надо было, правильно, Костя, говоришь, особенно кульминационный момент, и оторваться не можешь, да-да-да. Помнишь, Кать, коробку мамки привозили какую? Вот с Катей на кресло, так эти романы. У нас библиотека дома была огромная, мать и отец читали тоже эти книжки. У меня бабушка очень и по деревне все менялись. У меня бабушка, мы потом-то всю в школу отдали с тобой, помнишь? На моей кофте новый спит кот. Слышь, Костя? Угу. У нас была с бабушкой большая библиотека. Мы с Костей, когда переезжали в деревню, все отдали в школу к Наташе туда. А там все тоже собрали. У меня там и Чехов, и Дюма, там много у нас это... Много всяких. Три мушкетёры, 20 лет спустя. Да много очень книг. И Анжелика вся, допустим. Но я все равно тоже люблю читать вот такие вот моменты. «Граф Монте-Кристо». Мне нравится, где вот он сидит там, в этом замке. Я любила, когда его учил аббат там всему. Какие-то тоже моменты такие интересные любила. «Джанейр» там. Много таких это... Любовных романов тоже много читала. Мне тоже больше нравились. Не то, что вот такие, но нравились, может, помнишь? Паштетик от сгущенки. Берем вот эту. Хоть, подожди. Я молодец. Желтенькие такие, может, помнишь, у вас были такие желтенькие романы? Они были исторические, было интересно. Как в замке, где-то потайная дверь. Вот это я любила читать. Вот такие. Потом ты играла. Помнишь, я тебя удалил? Да, вот Нэнси... Нэнси Дрю, Гарри Поттер, что-то. Но он мне удалил нечаянно игру, там капелька осталась. Я специально, на фигню какую-то игру играю, что ли. Стань, я тебя удалю вот сейчас. Привет, Костя, муж от Бога, дай Бог, кореши, выздоровление, Катюша. Бог даст силы, здоровья, очень добрый, классный. Спасибо, спасибочки. Спасибо, Олечка. Я вас очень люблю, ваша семья, это образец настоящих отношений, мужчины и женщины. Ага, я Катю люблю. Это, вы видели видос-то я выставлял, когда без музыки я цветы-то ей дарил, это полевые, нарвалась. Увидел, на обочине прям растут, они желтые, белые. Остановился, побежал. Это, кто камеди смотрел, там этот мужик какой-то. А баба ему такой, ну да, Коля, да, ну что ты, ну ты, да, все, любишь меня, то да, а он... Вот и я так же это. Я вот ей дарю цветы, мне не надо ничего говорить. Понимаете, мы друг друга понимаем. Я только мычу, как телок. Я довольный. Я радуюсь как-то. Ну, это Емеля. А Катя, такие глазки светятся. Я такой счастливый в этот момент. Не знаю почему. Так, какие хорошие, дай бог здоровья. Спасибо. Костя, завтра баню, наверное, будешь топить. Мы вчера топили. Вчера топили. Вчера они все мылись. Салам алейкум. Тёпка приходил, Егор приходил. Все они вчера. У меня невеста много читает. Вот я говорю, люди разные. Нужны люди, всякие важны. Важны. Я считаю, что молодежь надо уламывать, чтобы они читали книжки. Обожаю вас, но не совсем... обожаю вас, но не совсем. Я старого формата, но еще есть порох в пороховницах. Ну, я про формат, тот, что это, проформатировали, в общем, ага, то, что читать, читаете, да. Добрый вечер из Дагестана, добрый-добрый. Так, слава Богу, дай Бог здоровья. Спасибо, Катюш, красота, скорейшего выздоровления, чудо обязательно случится, она встанет и будет танцевать. Дай Бог, Светочка, дай Бог, вы молодец. Так, правильно говоришь, Костя, прочитать. Сейчас в институтах у всех электронная книга. Да, вот я говорю. Катюша, Джейн Эйр фильм смотрели? Смотрела, нет, в трех обработках. Мне в одной только понравилось. Любой фильм, который включи, она смотрела. Любой! Мне очень нравится. Я смотрела. Какой не включи, все. Особенно очень эти любовные интересно. Романы. У нас мы любим. У нас подборка в телевизоре, допустим, в Киеве, в этой Иви, Шмиве. Персонально для вас у нас только любовные романы и фильмы про войну. Это я люблю смотреть. Это и романы. Нет, почему я раньше... Ну, я любила там «Один плюс один». «Побег из Шоушенка» тоже мне очень нравился. «Седьмая миля» тоже очень хорошее кино. Такие вот и что, что так, это опять читает. Может быть, время сейчас другое. Да-да-да. Так, всем привет, мои хорошие, как приятно видеть. Прям вот это... Никого не увидишь с книжкой. Вот, не знаю, может, мы в деревне, ну, в городе еще. Гусь, Владимир бываем. Ну, нету. Все в телефонах. Электрон... В телефоне тоже книжки. В телефоне вот так никто, телефон на улице не ходит вот так. Ну, на улице. Никто не читает. Вот. Все вот так сидят. Стой. Все.
у всех палец, вот это упражнение уже прям плавающий палец. Перелистывать. Я сам такой, Кать, ну какие книжки нафиг. Я защищаю вас, кто читает, молодцы. А я раз скажу, что плохо. Молодцы, 5% людей. Хороший субботний вечер, привет с Башкирии. Спасибо вам за записочку в Дивеи, дай бог здоровья Башкирии. Спасибо, спасибо, ребят, вам дай бог здоровья. Главное, ваша вера, да. Привет из Латвии. Дочки твоей Кости звонит вам. Да, обязательно. Катюша, настоящая женщина, фильм про любовь любит. Любит, любит. Кость, ты походу спать хочешь. Не, у меня шея болит, ага. Звонит он, делает. Это сглатывает кто-то, ага. А тут, думаете, нет, другие спят. Ни хрена, они вон под конфетки глядят. Добрый вечер. Любим к вам привет из детки Юлечки и Димочки. Юлечка, Димочка, привет, приветики. Спасибо. Вы такие добрые, искренние, побольше таких людей, как вы. Я уже люблю читать книги, любимые книги из серии «Волков. Волшебник изумрудного города». Да. Молодец. Я такой тоже раньше читала, тоже клево. И когда оно передают «Привет из Рудного», я всегда эту книжку вспоминаю. Идем, дорога трудная. Да. Трудная дорога, непростая. Там, ну, когда еще помоложе, там было, ну, маленькое. Была, да? Было дело? Было, да, мне лет 10 было. Я читала «Тайну малиновой воды». Мне так нравилось. Сейчас я такое не видела, что-то. Не знаю почему, мне просто нравилось маленькое. Катенька, вы когда смотрите или смотрели фильмы, страдательно тоже плачете? О, не только фильмы. Вот так вот. Любое видео. И Костя полила. Стоит, а смс-ки мне ваши Костя читает. До слез я бываю. Плачет да? Все время. Она, а я сам такой же. Я тоже сам ранимый очень. Это. Я что-нибудь такое. О, я сразу сопли распускаю. Хороший. Кто там? Что-то мы сегодня делали. Видео какое-то или кино смотрели. Вчера, наверное. Вот что было кино-то? Боба. А, да. Сегодня, да. То, как она называлась, я не знаю. Потому что я проснулась, уже шел фильм. Фара. Фильм Фара. Вот Иви, Маруся, я ей сказал, фильм Фара. Блин, очень интересный фильм, такой клевый, обалденный, жизнь. Сопли пускать все будете, 100% говорю. Вообще крутой. И такой спокойный. Вот какой он человек. Он вот, и Бог ему все дал, вот честно. Он все, он никогда не злился, всех прощал. И Бог ему все дал. Ага, и друга как бы вернул, да, получилось так. Как он добрый, ты видел? Очень, да, добрый. И без разницы, что ему говорят. Добрый, это ты сейчас про что сейчас? Ну, так, намекнула, что ли, чего-то? Тонкий намек такой тебе. Добрый вечер, дорогие Костя, Катя, мира вам, спасибо. Костя, купите мину один на 30, и дешевле сердит очень. Мама. Да я не люблю, он есть, никак он в холодильнике, 3 бутылька лежит. Вы лучше приедете из Твери. Мне хватает натирать где, подтирать вот эти все. Я люблю, вот кто бы мне, вот я сел бы, кто бы натер, сделал бы, вот это я люблю. А чтоб я сам буду там вот это что-то мазать, там наливать, да, заливать. Нет, ну, передайте ладно, привет моей доченьке Даше Ивлевой. Она вас смотрит. Дашенька Ивлева, привет, приветики. Я тоже люблю читать, но мои детки, к сожалению, нет, хотя пытались привет. Пытались привить, но, видимо, время такое. Ну да, потому что много в телефонах. Все. Ну, вообще, как сменился менталитет уже вообще, вот целиком и полностью, правильно? Раньше были газеты, книжки, это было очень интересно. Бабушки читали, родители, и мы уже, и мы еще маленькими смотрели и тоже это делали. А сейчас, ну, это уже образ жизни, он поменялся совсем-совсем. Сейчас все любят кинотеатр, телефон, игры, и телефонные игры, это познавательного ничего читать, вот это ушло в бытие мое, житие мое, в общем. Нет, Машка говорит, тоже иногда попросит Марусю. И та ей читает книжку. Ну, как, ну, вот о чем и говорю. Привет, красавица, хорошего вам вечера. Костя, Катя, хороший вечер, хорошие вы люди, поэтому и люди к вам тянутся. И энергия от вас так и прет. Молодцы, и так спасибо. Держать. Тьфу-тьфу-тьфу, нам это. Спасибо, спасибочка, Надежда. Так, у нас чудо произошло после того, как Костя с Катей записку подали. Сегодня один неожиданный вот пришел из своего. Спасибо вам огромное. Дай Бог, Светочка. Мы только вашу просьбу выполняли. Да, вера – это ваша молитва, ребята. Конечно, дай это Бог. Вы верите. Но я так люблю это делать, писать. Это маленькая отдача вам, я считаю. Я писал все записки до 7 утра, я переписал все. Все, каждую смс-очку. Только кто в Инстаграм писал, не писал эти смс. А там все написал. О, я так радостно это делать, да. Мне кажется. Даже кофе себе налил. Мне кажется, я молодец. Ага.
Добрый вечер, Костя и Катя. Вот только фильм смотрел и ревелась. А у нас уже ночь. Привет, Мария. Нет, хорошо, записочка. Вообще хорошо туда. Кто сможет съездить? Ребята, благодать, красота. Это, ой, как там красиво, как там хорошо. Огромный. Там сама это, как атмосфера такая. Вы видели крест Серафима Саровского? Видели его крест, ребята? Вот такой толщины свинцовый крест, вот такой вот. А и цепь вот как на ферме, настоящая, железная. Я не знаю, сколько там, много его вещей. Да, все это, мощь святого, там, или как вот, вещи святого, мощь, все там есть. И этот крест меня удивил. Вот он, наверное, почему я это так вот ходил. А, это огромный крест. Офигеть. Там очень круто, там светло. Катя, я тоже плачу и по делу, и без. Поделаю. Да-да, я тоже могу. Я не понимаю, почему, но я... Я даже, ну, у Росеньки так, ну, я не знаю, как у всех, у Росеньки у некоторых бывает. Я могу, говорю, Костя, можно я поплачу маленько? Он говорит, давай, 2 минуты тебе. Я к нему в пузо ткнусь, слезу пустила. А как ты плакать начинаешь? Можно не. Я... А как? А, ну это когда перебор. Кино смотрит. Это когда перебор. И пошла жара. Я держу, слезы так ловлю. Любой. Вот я и найду это в ТикТоке, где что-то такое, я и сразу иду показывать. А мне интересна ее реакция. Она смс-ки читает, да. Что-то трогательное, Катя сразу начинает. Я даже когда ей цветы дарил, она заплакала. Говорит, прости, что я болею. Так, зачем? Ну, потому что взять не могу, обрадоваться-то. Хлыстануть, да, мы. Показать, как я тебя люблю, не могу сильно, руками не могу. Моя-то. Я обнять целую. Костя, пример Ромги, вас надо показывать в школах уже как пример семьи, любви и верности. Это все благодаря Кате, ребята. Ага. Такой, наверное, я. Вам тоже. Ну, люблю ее сильно, не знаю почему. Ага, что это? Катюш, Костя, вы часто путешествуете. Ну, не очень. Мы раз в год на море ездим, благодаря подписчикам. Благодаря вам, друзья, мы ездим 3 раза на море. 3 раза. Мария, раз в год. 3 раза. Послала. Мы ездили в Дивеево. За мотором куда-то мы ездили. Путешествие какое, под Москву. И все, больше никуда мы ездили. Для нас это путешествие. Костя сказал много-много на... Копительных пластырей, только этим спасаюсь от хандура. Спасибо. Ага. Я их еще пополам разрезаю. Привет, грибочки, привет, приветики. Здравствуйте, как ваши дела? Хорошо. Раньше был сериал «Богатый тоже плачет». Да. Он и сейчас есть. Сейчас и бедные, и богатые, все плачут. Ага. Добрый вечер, Кишинева, здоровья вам, всех благ. Привет, приветики. Люди разные нужны, люди всякие важны. Катюш, Костя, Леша звонил на работе сейчас. Огромный вам привет и обнимашки. Спасибо. Лехе приветики, приветики. Ага. Я бабушка приезжала и после домашних дел выходила с книгами на лавочке, сидела и читала с яблоками, ягодами разными. И больше счастья тогда не надо было, а сейчас времени мало. Да. У меня тоже бабушка очень много. Она знала много книг. И на каждую какую-нибудь вот... Мы болтаем или что-нибудь говорим, она обязательно что-нибудь из книжки могла сказать. Какую-нибудь прибаутку, какую-нибудь строчечку из книжки. Всегда так было. У меня так, я так не умела. Читала, ну, конечно, не столько, как бабушка. Бабушка очень много. У нас таких только не было книг. Очень много было Лени, естественно. А сейчас-то тем более. Я раньше удивлялся, откуда отец знает всех актеров в телевизоре. Ну, значит, потому что смотрят, и люди... Ну, на свое время каждый своих героев знает, как и мы сейчас всех знаем. Ага. Это правда, все эмоции у нее на глазах. Я в Дивеево была в августе, какая там красота. Ныряла 3 раза в купель, не знаю, как смогла. Бог помог, да. Привет, Киш, из Шигон. Привет, привет. Я тоже, когда чувствую, что надо поплакать, смотрю программу «Жди меня». Особенно выпуск про семью Синельниковой, где нашли... украденную дочь спустя 20 лет. Ну, обалдеть. Бля, так, приветики столько хорошим людям. Столько много историй, столько много жизненных ситуаций, везде все по-разному происходит, да? Думаешь, откуда вот, да, так происходит? Привет хорошим людям, приветики. Все целушки, обнимашки, еду готовить. Ну, придумай сейчас, что приготовить. И картошечку, или что-нибудь сделаем.
Ладно, ребят, будем ужин готовить. Всем хорошего вечера. Катя, наверное, полежала, да, вот? Маленечко. Сладости наелась. Я же говорил, подожди, поужинай. Все, я поел. Нет, я не очень Чего хочу. Чего поел? Ну, я лежать не очень хочу. Давай картошку чистить начинай, все. Нет, я могу только покомандовать. Катюш, привет, она красотка. Тебе привет передавайте. Спасибо. Ладно, ребят, всем пока-пока, доброй всем ночки, прекрасного всем настроения, исполнения желаний, всем болящим здоровья крепкого. Пока. Читайте книжки, ребятишки, привет, Белоглининского района. Привет, привет, Виктория, и пока. Спасибо всем. За подарочки.